Айо, друзья, я всех приветствую на MyCSGO. Сегодня мы с вами залетаем и открываем новый скинчанский, выбиваем к себе в инвентарь. Ну и что, хочу тебе напомнить, то, что ты можешь залететь вместе со мной по промокоду DENERS, получить плюс 35% депозиту. Легко залетаешь, закидываешь, например, косарь, получаешь 1350, то есть 350 рублей просто на халяву. Например, закидываешь двушечку, 2700, то есть 700 рублей на халяву. Закидываешь 5000, 6750, то есть 1750 рублей на халяву. Ну, а вдруг ты закинешь десятку, то есть 3500 ты получаешь на халяву. Ну что, не будем затягивать с просмотром, погнали смотреть. Напоминаю тебе, как всегда, промокод DENERS дает 35% депозиту, да? И все ссылочки, как всегда, будут закреплены в комментарии. Погнали смотреть видео. Друзья, сегодня у нас с вами на балансе будет 31 тысяча рублей. Это хорошие деньги, но я закинул для того, чтобы пооткрывать новый кейс, который называется киловатт кейс. Но сначала я вам расскажу то, что здесь. Смотрите, ребят, сейчас проходит раздача скинов CS2. Вы можете в этом поучаствовать, просто пополняйте баланс, получайте тикеты и участвуйте в розыгрыше скинов. Активная раздача, мифические раздачи, легендарная раздача, эпические раздачи, редкие раздачи вы сможете увидеть вот в этой кладке, где раздача скинов в самом верху. Также появился офигенно новый кейс, где мы с вами в предыдущем видеоролике выбили хорошую пушку Катавица Чемпионс. Это Team Spirit, которые победили, да, во главе Донка и других популярных игроков. Здесь трое пар перчаток, трое ножей, топовый скинчанский здесь есть. Мы с вами выбили здесь охеренный дроп, так скажу, который вы можете посмотреть в предыдущем видеоролике. Также новый кейсик, который мы с вами затронем, это у нас киловатт кейс. Да, с него бонусы не капают. Вот эти, видите, бонусы где-то у нас написаны, где-то нету. Вот бонусы здесь нету, здесь есть. Вот эти бонусы, они копятся, и вы их открываете потом бесплатные кейсы. Вот смотрите, у меня, например, есть 744 бонуса. Мы можем пойти 229, поставить там 3 открытия и выбить какой-то дроп. Но пока что я их коплю, пока что я не хочу их открывать и тратить. Но сегодня мы затронем с вами киловатт кейс. Смотрите, киловатт кейс. Он стоит с вами, да, здесь 299 рублей. В стиме он стоит порядка 400-500 рублей, когда как. Там он стоил 900 рублей, 800 очень долго держалось. И новые скины здесь у нас с вами имеются. Кукри-ножи, Зевс, Юспик, Авик, Калаш, Черный Лотос, М4-1С. То, что ребята хотят выбить. Смотрите, в КС-ке ключ стоит 230 рублей, да. Плюс кейс, ну возьмем 400 рублей, да, 630 рублей один кейс, а здесь за 300 рублей, то есть в два раза дешевле, вы можете открыть киловатт кейс. Ну я считаю, это круто, такой же самый дроп падает, что и в КС-ке, даже лучше, потому что, ну вы сегодня увидите, я уже пооткрывал здесь, выбил хороший дроп, а точнее новый авик, вы можете посмотреть предыдущий видеоролик. Мы будем открывать по 10 штук, когда-то по 5 штук. Поэтому попытаемся сегодня выбить кукри-нож здесь. Ну реально хочется. Либо хороший там калаш, авик. Что-то будет очень круто. Так, два кукри-ножа у нас пролетают. Северный лес. Я бы даже этому был бы рад. Два юспика у нас с вами падает. На общую сумму 4800, кстати. Открытие стоит 3000. Ну вот. Давайте дальше пробуем. Нам нужен с вами обязательно кукри-нож. Очень сильно хочется его поймать. Либо калашик уже, если на то пошло. Поэтому давайте стараться выбивать. Так, это у нас с вами уже третье открытие. О, 5300 открытие. У нас эмочка с вами выпала. Пока что продавать ничего не будем. Точнее, выводить. Попытаемся пооткрывать. Кукри-нож! Поверхность закалка. И еще и эмка выпала за 3400. Ну, эмку продадим. 35 тысяч на балансе. Была 30-ка, ребят. Еще поверхностную закалку кукрик найф мы выбили. Офигеть. Ну, что мне вам еще сказать-то? Открывайте в КС-ке, ничего не выбивайте, но здесь зато можно будет выбить. Кукрик найф, поверхностная закалка. Вау. Просто 45 тысяч рублей. Охренеть. А сколько мы сегодня тут сможем с вами еще повытягивать? Еще 35 тысяч на балике. Сейчас открываем, уже 32. Давай еще, кукрик. Давай еще. Ну, стой, верни лес. Нет. Так, юспик. Оставляем юсп. О, Зевс. Отлично. Так, мы с вами юсп поставим. Зевс тоже с вами оставим. Так, на 400 еще раз выводим. Оставляем. Погнали дальше.
Супер. Такого исхода не... Я думал, ладно, скинчански я выбью, да? Нужно бы кукрик, найф, поверхность, закалку. Это очень круто. Блин, смотрите, как ножи летают. Тут хороший есть шанс выбить еще один ножик. Прям реально. Офигеть. Вот и кукрик нафиг к нам и подлетел. Так, здесь юспика нету никакого. Блин, сейчас бы еще калаш выбить, этот беленький, вот этот новый. Было бы вообще класс, он очень классный. И вот этот тавик тоже сам. Как вам вообще, ну, кейс? Реально, это первый кейс в CS 2. В новый каком-то дизайне. И новый скинчанский, это очень круто. Так, северный лес тоже пролетает. Кукри вот здесь сам в последнем слоте у нас с вами был. Давайте быстро. Блин, а это я с быстрого слота выбил? С прокрутки, с быстрой или с медленной? Так, юспик еще один. Его мы с вами тоже оставляем. Так, теперь можно, да, будет забирать вот такие вот хорошие скинчанские. И смотреть реально, что за тридцатку здесь можно будет выбить. Окей, давай дальше. Еще балик прям хороший. Прям хороший у нас еще баланс. Отлично, отлично. Глок, ну глок он недорогой, не хочу я глок. Глок он не очень. Блин, сейчас бы авик еще выбить бы. И калашек, было бы вау. А почему он так дешево стоит? Вороненная сталь, он реально так дешево стоит, кукри? 5700? Ну, ладно, не будем смотреть, сколько он стоит. Ну, второй нож на My CSGO, скилловат кейса, кукрик найф. Он реально 5700 стоит? То есть мы выбили вообще прям хороший, да? Офигеть, офигеть. Я думал, он нормально сейчас будет стоить, а он стоит, ну, недорого. 5700. Ну ладно, это все равно главное, что в плюс, это отбитие кейса, открытие на 2700, так сказать. Верно же? Поэтому это очень хорошо. Это очень хорошо. Блин, это очень крутое открытие. Я не думал, что такое будет открытие. Я думал, что мы... О, Зевс еще один. Отлично, мы его тоже оставим. То, что мы выбьем, реально, просто. Ну, я думал, что там наш выбьем, смотрите как. Много юспов, я думаю, Зевсы тоже выбьем. Черный лотос и там калаш, например, да? Было бы круто, например. Я бы уже был бы доволен, реально. Если даже мы ушли бы там, ну, не в большой минус. Там выбили на 20, там, 3000 рублей. Это всяк лучше, чем в КСке, потому что, ну, блин, в КСке постоянно там какой-то, как будто шир падает. Дорогое плюс открытие, в X2 открытие. Реально в X2. Так, мы это с быстрых прокрутов с вами выбили, с быстрых. Еще одну вороненку выбили, еще одну. Да, она 5700 стоит, ну, выбили, ну, выбили. Просто жесть, просто жесть. Так, юспик оставляем, тоже юспик с вами. Ладно, давайте 15600 оставим на балике и просто выведем то, что осталось. Все, погнали, смотрите, что у нас выбило. Друзья, это что-то с нечто, просто... Ну, я ладно, на юспы вообще не буду ничего говорить. Вот 3-4 юспа, 2 зевса и 3 ножа, просто кукаря. Ну, поверхность закалка, это самое вау. Это просто вау. Ну что, друзья, вот такое сумасшедшее просто открытие у нас получилось на новом кейсике, киловатт кейс. Ну, однозначно, здесь лучше открывать. Но, блин, это, я не знаю. Ну, смотрите, кейс тут 300 рублей, да? В КСке кейс тут, ну, давайте возьмем 400 рублей, 300 даже, если рублей возьмем. Ключ стоит только 230 рублей, почти по цене кейса, как на My CSGO. Ну, блин, ну, реально здесь будет больше и лучше дропаться. Поэтому, друзья... Открывайте кейсы вместе со мной по промокоду DENERS, юзайте его, 35% депозиту получаете. Также напоминаю тебе, как всегда, все ссылки будут в закрепленном комментарии. Ну и что, до новых видео, я рад открытию, пока-пока.